Привет, красотки и красавчики. В недавнем видео я вам показала, точнее, поделилась с вами итогами Project Pen 2020. И сегодня будем рассматривать те вещи, которые я выбрала для Project Pen 2021. Вот такая вот коробища с лаками. Поставлю на видное место и буду использовать. Некоторые лаки придется разбавить, потому что они подсохли, и форма у них немножко поменялась, то есть они загустели. Но все равно их можно использовать. Я многие лаки разбавляла, и обычно с универсальным разбавителем Северина никаких проблем с лаками нет. Так вот, этот, естественно, добью до конца, тут, в принципе, никаких проблем. Обожаю темные лаки, часто их ношу, и этот является, наверное, даже одним из моих фаворитов. Еще один темный лак – это Eva Fashion Color. Здесь у нас половиночка, металлизированный фиолетовый оттенок, тоже шикарно смотрится и в маникюре, и в педикюре. Ношу его также летом, что удивительно, потому что летом я обычно предпочитаю яркие такие полунеоновые лаки. Но этот из-за своей металлизированной формулы на солнце сияет просто как ошалевший. Еще один мой любимчик называется OPI Hong If You Love OPI. Я не знаю, сколько милликов в Eva Mosaic, но явно меньше, чем здесь. Здесь 15 миллилитров. Мне кажется, это, наверное, двойная доза, то есть обычный лак, ну сколько, 7 миллилитров или сколько он обычно бывает. Так вот, в любом случае, несмотря на то, что это огромный лак, я думаю, у меня не будет проблем с тем, чтобы его использовать, потому что я обожаю этот оттенок. И раз уж начала показывать вам более сложные объемные варианты, давайте рассмотрим вот этих вот двух товарищей, China Glaze. Это у нас, как называется, господи, Yellow Happy что-то там, Happy Go Lucky называется этот лак. В нем 14 миллилитров, просто здесь этикеточка потерялась, и поэтому пришлось вспоминать название. Этот называется Wagon Trail. Happy Go Lucky у меня года с 2013-го, я сейчас не утрирую, у меня даже на компьютере есть свотч с 2013 года. Несмотря на то, что он лютый старичок, он все еще носибелен, то есть формула у него не стала слишком жидкой, не загустела, он не засох. Он нормально носится, в особенности для желтого. Здесь, конечно, нужно нанести где-то 3 слоя, и как раз по этой причине он будет, я думаю, быстрее уходить, чем вот этот, потому что Wagon Trail в 2 слоя ложится уже плотненько и смотрится очень круто. А вот этот лак действительно особенный. Это насыщенная фиолетовая база с огромным количеством разноцветной слюды. Кто-то из вас мне писал в комментариях под видео, в котором у меня на ногтях был этот лак, что у этого бренда Bow есть огромное количество подобных лаков. Я бы с удовольствием к другим лакам присмотрелась, но, к сожалению, я не знаю, где вообще их приобрести в своем городе. Потому что этот мне достался в подарок, и больше я эти лаки нигде не видела. То есть я видела эти лаки только в интернете на свотчах. Все. Aurelia Magnifique 159, 165 и 110. В принципе, эти номера не имеют никакого значения, не играют никакой роли, потому что эта линейка уже давно снята с производства. Но у меня она в коллекции все так же в большом числе, то есть у меня таких лаков, наверное, еще помимо этих штук 15-20, а может быть еще и больше. Одно время эти лаки скупала фактически оптом, как раз по этой причине у меня их так много. Так вот, Aurelia Magnifique 189 – это еще один шикарный фиолетовый металлик, похож немножко на лак Eva Mosaic, который тоже в этом видео участвовал, но здесь, по-моему, лак чуть более светлый и частицы чуть более мелкопомолотые. Но смотрится он на ногтях не менее интересно. Он также сияет, он дает действительно 100% металлизированный финиш, очень пигментированный, в 2 слоя идеально кроет ноготь. Вообще, Aurelia Magnifique формула была просто кайф. И лаки эти стоили какие-то копейки, рублей, может быть, 70, может быть, 60. Наверное, сейчас уже таких цен нет. Покупала я их, стоит сказать, году в 2012. Реально страшно подумать, что лаком сколько лет? Да ладно, им что, 9 лет получается? 9 лет этим лаком? Подождите, 2021. Нет, все верно. Они не испортились. За это время они вообще не испортились. Я их все тестировала, они все так же классно кроют ноготь. Запах не сменили. Ну, как в лаках, конечно, запах сложно сменить, но не появилось ничего нового. Пахну точно так же, как когда я их только купила. Второй лак Aurelia Magnifique 159. Это серый с небольшой каплей лилового. Такой припыленный оттенок. Осенью смотрится как подарок богов. То есть это что-то сверхъестественное. Я обожаю такие полутона. И вот этот лак, наверное, тоже один из моих самых любимых. Он сравнится по моей любви, наверное, только с серым лаком от Essence.
Лондон Скали, как там там называется. Тоже серый, но тот даже немножко виниловый такой. У всех этих Aurelia примерно одна и та же история. Остались те лаки, которые мне нравятся больше всего, потому что мне жалко тупо было их использовать до конца. А сейчас я жалею, потому что я часто себе отказывала, действительно отказывала. То есть я хотела нанести этот лак и думала, ой, его здесь мало, объем здесь небольшой. 9 мл, кстати, здесь. Да не такой уж и маленький объем, почему я так их экономила, не знаю. Наверное, потому что нравились сильно. Так вот, этот является, ну не то что стопроцентным, но очень близким аналогом популярного лака, популярного ранее, стоит отметить, лака «Черная жемчужина» от Шанель, по-моему, он назывался. Ну, я думаю, вы не единожды подобный лак встречали. Это дуохром, такой серо-розовато-лиловый. Любой женщине, вне зависимости от возраста и сферы занятий, этот лак может понравиться. И вот этот тоже довольно-таки универсальный, и это мой самый любимый. Кроваво-винный такой бордовый оттенок. То есть самый любимый из всех, которые я когда-либо пробовала. А пробовала я таких лаков за свою жизнь, ну, больше сотни, это точно. Он не дотягивает до стопроцентного желе, но это и не крем. Именно по этой причине он имеет какой-то немножко стеклянный блеск. И он смотрится настолько вкусно и сочно, что это просто сносит крышу. У меня этих лаков, то есть вот таких вот оттенков, было три. Это вот последний, третий, который у меня остался. Именно поэтому я его так зажимала, экономила, но пришло время его добить до конца, насладиться его обществом и выбросить. Кстати, его осталось, наверное, меньше, чем всех остальных. Вот здесь вот он где-то плещется, то есть явно меньше половины. Идут годы, а эти лаки хуже не становятся. Вот эти вот два мои самые часто носимые, и как раз по этой причине самые максимально использованные и затертые. Это супер яркое, сочное, неоновое желе. Это действительно неон. Он смотрится на ногах летом, на загорелой коже настолько круто, что я, честно, даже не знаю, с чем это сравнить. У меня много неонов было и есть сейчас, но вот это просто что-то с чем-то. И, к сожалению, я его тоже сейчас не могу найти в продаже нигде. И вот этот под номером 232 мне тоже дико нравится. Тоже мой весенне-летний оттенок. В отличие от предыдущего, это не полупрозрачное желе, это плотный крем. Это действительно 100% пигментированный, супер плотный крем. У меня есть другие красные, которые гораздо чаще у меня на ногтях оказываются, а этот где-то постоянно на отшибе. Именно поэтому я его решила включить в это видео, добить наконец-то и вывести из коллекции. И его здесь, наверное, где-то половинка. Вот эти три лака самые новые в этом видео, им явно там не 5-7 лет, им года 2. Наверное, максимум. Они все из линейки Essence Color and Care. И оттенки 05 You Made My Day. Это вот этот Take a Break 01 и 03 Happy Nails. Это у нас розовый крем, пастельный. И вот это фисташковый крем, который сейчас на моих ногтях. Это самые крутые лаки Essence, которые я у них когда-либо пробовала. Если мы говорим о формуле, и, в принципе, сами оттенки, мне кажется, тоже одни из самых крутых, которые у Essence когда-либо были, они настолько идеально покрывают ногти, настолько беспроблемно распределяются, никуда не затекают, не плешивят. Пастельные лаки не всегда покладистые, даже у OPI и China Glaze я часто встречала откровенно отвратительные лаки. Такого плана, я имею в виду, формула у них была просто наиужаснейшая, то есть работать с ними было невозможно. Цвета-то красивые, конечно, они всегда красивые. Раньше я гораздо чаще покупала яркие лаки, чем сейчас, мне нравилось экспериментировать, но со временем я уяснила для себя, что синие я чрезвычайно редко ношу. Синие тени я, по сути, не ношу никогда. Лаки синие, ну, может быть, разве что на педикюре летом, но в маникюре я синие не использую. Именно поэтому вот эти два синих у меня живут уже, ну, года 3, а может быть и больше. Это Бриджит Батьер в оттенке HS205, то есть это песок у нас. И вот это Нейлук 305-06. Вот этот вот Нейлук мне нравится чуть больше, потому что это кремовый лак, и он действительно королевский синий, то есть он яркий, броский. И вот этот я, может быть, даже маникюр буду использовать. Вот это натуральный старикан, он такой же старый, как лаки Aurelia Magnifique. Называется Platinum 60 Seconds, арома номер 76. Как сейчас помню, как я улетала в Германию, и у меня на ногтях, точнее не на ногтях, а в педикюре был использован этот лак. У меня, по-моему, даже где-то есть фотка на компе, фотка моего педикюра, который я сделала, когда только прилетела в Мюнхен, по-моему.
Я помню, что под слоем сушки его мозаик Glass Shine, то есть под этой стеклянной моей любимой сушкой, вот этот лак смотрится идеально, то есть он смотрится как какое-то произведение искусства. Он сияет на солнце, и именно летом я надеюсь его добить до конца. Здесь его чуть больше половины, он будет использоваться не очень быстро, как раз по той причине, что это топпер, и его нужно один слой наносить, ну максимум два тонких. И последний лак, который нам с вами осталось рассмотреть, называется Catrice Capture the Northern Lights номер 03. Здесь мелкопомолотые частицы слюды голубоватой. Смотрится действительно как какое-то северное сияние, ногти выглядят как немножко такие обледеневшие, ногти снежной королевы, но сам по себе на ногтях он смотрится не то чтобы плохо, я его носила так, но он не покрывает ноготь полностью, то есть сам ваш ноготь проглядывает под лаком. Этот вариант мне не очень нравится, поэтому я его предпочитаю носить как топпер поверх светлого лака. Поверх темного он тоже круто смотрится. Вообще, наверное, он подразумевался как топпер. Хотя нет, написано просто лак, то есть нет слова топпер или топ там какой-нибудь. В любом случае, его осталось немного, нужно просто его чуть-чуть разбавить и добить. Я думаю, кстати, его буду носить поверх лака China Glaze Wagon Trail. Вот тот вот темный, получерный, вместе с этим будет смотреться просто идеально. Добавила две нестандартные для Project Pen вещи, по крайней мере, для моего Project Pen. Это у нас лосьон для волос, ну как лосьон, это укладочное средство, просто здесь написано Styling Lotion, от бренда Shea Moisture. Называется Jamaican Black Castor Oil. Почему я эту вещь сюда добавила? Больше всего для моих кудрявых, непослушных волос мне нравится какой крем? Правильно, кокосовый крем с сайта Herb, который я постоянно покупаю, в своих фаворитах показываю. В последнее время не показываю, потому что я думаю, вы все и так про него знаете. Это не мои волосы, если вы в первый раз смотрите это видео, знаете, это парик. У меня собственные волосы гораздо более кудрявые и гораздо более пушистые и непослушные. Так вот, на моих волосах эта вещь работает не идеально, это мягко сказано. Даже мои супер пушистые, супер сухие волосы эта штука утяжеляет, делает их жирными, и они выглядят так, как будто я их не мыла месяца три как минимум. Если наносить только эту вещь. Если смешивать с моим кокосовым кремом для волос, можно эту штуку добить до конца, именно таким образом я планирую эту вещь использовать. Но я всегда про нее забываю, то есть сейчас, когда она у меня не в проекте, у меня нет стимула ее использовать, у меня есть другие средства, которые мне нравятся больше. Но мне не хочется выбрасывать это средство, потому что, во-первых, она очень вкусно пахнет. Действительно, господи, о, какой кайф, что-то карамельное, съедобное такое, десертное. Что-то с чем-то. И состав здесь идеальный. И эта штука мне стоила явно не 3 копейки. Цена здесь была под 1000 рублей за 237 миллилитров продукта. Не знаю, насколько часто у меня получится эту вещь использовать, потому что если я буду спешить, естественно, я не буду отмерять эту штуковину, распределять по волосам и надеяться на лучшее. Если мне нужно будет куда-то быстро собраться и выглядеть хорошо, естественно, я буду использовать те средства, которые работают всегда. Эта вещь останется для тех дней, когда, может быть, мне не принципиально, я могу снова голову помыть, если у меня укладка не получилась. Короче, в любом случае постараюсь подналечь и использовать до конца. А вот эта маска мне, напротив, очень нравится. Я ее включала даже когда-то в видео фаворитов. Называется она Spa Alleganica, альгинатная биомаска ламинария. Когда вы на лицо ее наносите, она ощущается, как какая-то чайная слизь, то есть как будто зеленый чай стал слизью, вы нанесли его на лицо. Сейчас, когда я это сказала, я понимаю, что это звучит так себе, даже немножко отвратительно, но маска работает, то есть ощущения от нее приятные, освежающие такие, она застывает, то есть она полностью высыхает, после этого вы ее смываете водой, и у вас кожа выглядит гораздо более увлажненной, свежей, отдохнувшей. Никакой химозы, ничего супер-мега-криминального, альгинат натрия, экстракт ламинарии, экстракты зеленого чая, душицы, центелла азиатской и хлорофилл. Решила в Project Pen добавить целых две тональных основы. Первая из них это чупа-чупс, которую тоже недавно в видео рассматривали в отдельном. И вот это Wet n Wild Photo Focus. Вот эту решила сюда добавить, потому что она у меня довольно-таки долго уже открыта, и она мне очень нравится. Я думаю, что ее здесь осталось не так уж много, и имеет смысл просто сейчас ее добить до конца и выбросить. Жалко будет, если эти остатки испортятся, потому что действительно тональная основа классная, в особенности для съемок видео. И вот эта вот штуковина чупа-чупс мне нравится тем, что
она дает супер естественный эффект. Это кушон. Мне кажется, кушоны долго не живут из-за своей природы, то есть из-за того, что здесь губка, и вы постоянно туда лазите либо спонжем, либо пальцем. Вы взаимодействуете с этой основой, и чем быстрее вы ее используете, тем лучше будет для вас. Именно поэтому я ее решила сюда включить, и к тому же я ее сейчас ношу на повседневке. То есть, когда я хочу сделать суперъестественный, повседневный, легкий и быстрый в исполнении макияж, я ее наношу пальцами под глазами вместо консилера, чуть-чуть распределяю по лицу, наношу хайлайтер, бронзер, румяна, тушь и блеск, и все. Мой макияж готов. В финале видео Project Pen 2020 я вам сказала, что карандаши я, наверное, теперь больше покупать не буду, потому что я их редко ношу, это действительно так. Но у меня их до сих пор осталось довольно-таки много, поэтому я решила еще один включить сюда и добить его полностью, по возможности, конечно. Это у нас Essence Long Lasting Eye Pencil Berry Fantastic номер 29. С его помощью довольно-таки сложно нарисовать стрелку, это минус, но сделать акцент на верхнюю линию роста ресниц, либо на нижней, можно. Конечно, это я делаю редко, поэтому карандаша до сих пор так много осталось. Но постараюсь все-таки хотя бы какую-то его часть использовать. Конечно, хотелось бы полностью использовать, но судя по моим результатам в прошлом году с золотым карандашом, я не надеюсь, что я его полностью добью, но постараюсь, скажем так, постараюсь использовать максимум. С этой вещью, думаю, проблем не будет, потому что стрелки я рисую часто. И подводки здесь немного. Называется она Bourjois Ultra Black 24 Hour. Придраться не к чему, и поэтому решила ее использовать до того, как она засохнет. Обожаемая белорусская тушь Люкс Визаж Абсолют Веерный Суперобъем. Ее я решила включить в фавориты 2020 года, которые буду снимать после съемки этого видео. И я решила ее использовать полностью, потому что это одна из открытых тушей. Туши долго не хранятся, поэтому добавила ее в Project Pen, чтобы насладиться ее присутствием в своей жизни, чтобы мне не было соблазна в другие туши открывать. Использую и выброшу. С ней никаких проблем точно не будет. Несмотря на то, что эти тени у меня в коллекции, ну, может быть, месяца 2,5 это максимум, я очень боюсь того, что они испортятся, ибо они жидкие, и они мне дико нравятся. Они просто нереально сильно мне нравятся, и поэтому я сделаю все возможное, чтобы все 4 оттенка использовать по максимуму. Это самые сияющие и самые беспроблемные тени, которые мне встречались за всю мою косметическую карьеру, если так можно выразиться. То есть на своем веку лучше жидких теней сияющих я не встречала тупо. Они вообще не осыпаются, их можно пальцем нанести и растушевать. Кстати, недавно я даже приспособилась эти тени кисточкой растушевывать, кисточкой они тоже нормально ложатся. Получается немножко другой эффект, то есть плотность чуть пониже, но все равно они круто смотрятся. Вот этот бронзовый я сюда добавила, потому что это тот оттенок, который я смогу носить на повседневке. Для того, чтобы эти тени нанести, мне нужно тупо 2 минуты. Взял такой-то аппликатором, провел, пальцем растушевал, нанес тени, все, макияж глаз готов. Для вас, наверное, это будет сюрпризом, но это снова те же самые румяна буржуа, которые были в Project Pen 2020. Мне тупо стало интересно. Я реально просто хочу посмотреть, что я с ними смогу сделать еще за один год. Вы можете считать, что меня жизнь ничему не учит, но я тупо хочу увидеть вот эту вот запеченную панельку. Я просто хочу ее увидеть. Мне нужно ее увидеть для того, чтобы успокоиться, иначе я просто не смогу спать. Ну, это, конечно, я утрирую, но вы понимаете, я просто тупо хочу видеть прогресс с этими румянами. Я буду их носить, я буду их использовать, и к концу года мы посмотрим, на что они будут похожи. Решила добавить в это видео хайлайтер Pupa и тоже не планирую его добить до конца. Я понимаю, что это просто нереально, он запеченный, он большой, здесь 8 грамм, и использован он не так уж сильно. Но я хочу его использовать как можно чаще, и вне проекта часто использовать у меня его не получится, потому что это снятый хайлайтер, и я вам не могу его рекомендовать, несмотря на то, что я его обожаю. Я, по сути, стерла только верхушку, и он какой был, такой и остался. Так это учитывая то, что купила я его году в 2017 или 2018, то есть он старенький, ну, относительно старенький. Я хочу стереть вот эту вот верхнюю часть и сделать его плоским. Если это у меня получится, я уже буду довольна. Если у меня получится протереть какую-то дырочку, хоть какое-то в нем углубление, я вообще буду просто в экстазе. Он мне нравится, но я его постоянно обхожу стороной по какой-то неясной мне причине. И я хочу в нем просто протереть углубление. Я даже не мечтаю о том, чтобы увидеть дно, потому что мне кажется, увидеть дно будет очень сложно, тире невозможно. Но просто хотя бы небольшое углубление, просто увидеть, что я его использовала. Да, я решила сюда включить целую палетку теней, но это тени Sleek, которые я люблю до сих пор.
и которых мало. То есть в каждом отдельном рефиле теней очень мало. Это не тени Luxy Beauty, которых там от души положили. Давайте условимся так. В трех рефилах увидеть дно и три использовать полностью. Если мы это сделаем до конца года, тогда я буду считать, что это успех. С ним у меня точно проблем не будет. Во-первых, его вот здесь чуть-чуть осталось. Это один из моих самых часто носимых блесков. Вы видите, он весь потертый, побитый, потому что в сумке со мной путешествует. Беспроблемный, универсальный, нежно-розовый, приятный, освежает. Сам по себе немножко липковат. Пахнет приятно, на мой вкус, по крайней мере. Помада, которую я решила в Project Pen в этот раз включить, это тоже нюд. Ну, я понимаю, что кроме нюда я ничего не смогу использовать, потому что нюды на повседневке идут как родненькие. А если включать сюда красную помаду, ну, это опять же рецепт к провалу, поэтому будем использовать нюд. Это у нас Matte Naked от Milani, тоже один из моих любимых оттенков, его осталось немножечко, поэтому, думаю, несмотря на то, что это помада в стике, которые вообще в целом использовать гораздо сложнее, чем блески, но несмотря на этот факт, думаю, до конца года вот эту вот штуковину я осилю. Catrice эту линейку сняли с производства, в который раз повторяю, что лучше жидких матовых помад я не пробовала, и думаю, вряд ли попробую, потому что это... Но это идеал. Все оттенки мне нравятся в этой линейке. Формула просто беспроблемная, не пигментированные, такие приятненькие. Они даже немножко ухаживают за губами, по-моему, потому что даже на моих сейчас высушенных губах зимой они смотрятся шикарно. И другие помады матовые на мне смотрятся как трэш. Короче, с этой помадой тоже, думаю, не будет особых проблем, несмотря на то, что ее довольно-таки много. Максимум я, ну, столько использовала, то есть... Вот здесь вот где-то помада кончается. И вот это вот все нам предстоит с вами использовать. Напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, стартовали ли вы Project Pen в этом году. Некоторые из вас мне в Инстаграм писали, точнее, в Инстаграме меня спрашивали, когда это видео опубликую, потому что вы ждете меня для того, чтобы свой проект запустить. Напишите обязательно, что вы в этот раз в проект включили, по крайней мере, напишите о самых основных вещах, о самых сложных, самых интересных для вас, нестандартных, возможно. Будет очень интересно об этом прочитать. Спасибо огромное за просмотр, подписку, лайки, комментарии, за ваши добрые слова. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч!